Здравствуйте! Улыбнувшись, мы друг другу сказали «Здравствуйте!». Что особенного в этом? Просто «Здравствуйте!». Больше ведь мы ничего не сказали. Отчего же на капельку солнца прибавилось в мире? Отчего же на капельку счастья прибавилось в мире? Отчего же на капельку радости сделалась наша жизнь? Мы поздоровались, и наш мир стал светлей и радостней, потому что мы пожелали друг другу здоровья и поделились своим хорошим настроением. А еще, потому что мы живем с вами в чудесной стране под названием «Детство». Живет жар птица, и людям дарит свет.